Беларуси ожидается рекордный урожай сахарной свеклы. Планируется собрать более 5 миллионов тонн. Такие показатели позволяют рассчитывать хорошую плодоносность и массивные площади засева. Сахаристость овощей в среднем более 15%, фактически на 1 пункт выше прошлогоднего уровня. Игорь Боки выиграл 21-е золото Паралимпийских игр в Париже. В финале на дистанции 200 метров комплексным плаванием С-13 белорус стал первым. Более того, бобруйчанин установил мировой рекорд в этой дисциплине – 2 минуты 2,3 секунды. Всего в водных состязаниях наш атлет завоевал 5 золотых медалей. 5 сентября с 16 до 18 часов депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси Ольга Жук проведет личный прием граждан, представителей юрлиц, а также прямую телефонную линию. Место диалога – гимназия колледж искусств города Бобруйска по адресу Минская, 74. Предварительная запись по телефону плюс 375-44-540-93-19. Управление по труду, занятости и социальной защите Бобруйского горосполкома приглашает на оплачиваемые общественные работы по уборке овощей с поля. Сдельная оплата труда, расчет по пятницам. За направлением обращаться по адресу Гоголя 7, кабинет номер 6. Телефон 70-95-34. При себе иметь паспорт, страховое свидетельство, документ о прохождении флюорографии, ведро. Сегодня в 19:00 пройдет первый домашний матч «Динамо-Шинника» в новом сезоне молодежной хоккейной лиги. Бобруйской команде предстоит сыграть против «Sky Junior» из Красногорска. Всего в сентябре «Шинники» проведут 9 ледяных игр, 6 домашних и 3 гостевых. Стоимость билетов от 2 до 10 рублей.